they said this stuff makes any sense. We're hooked again. The point of no return. See how the buildings burn, light up the night. Such a pretty sight. The thrilling keeps me in the game. The thrilling, you don't even feel the pain. Wilder than your wildest dreams. When you're going to extremes, it takes adrenaline. Through an empty night, it's only you and I who understand. There is no plan. Get closer to the thrill that only time can kill. It's in your eyes, it's so alive. Thrilling keeps me in the game. Thrilling, you don't even feel the pain. Wilder than your wildest dreams. When you're going to extremes, you taste adrenaline. Run through the speed of sound. Everything slows you down. And all colors that surround you are bleeding to one. The only thing you really need, just a way to find the speed. And then you will achieve escape velocity. Not enough. Nobody gave it up. I'm not the kind to lay down and die. Thrilling keeps me in the game. Thrilling, you don't even feel the pain. Wilder than your wildest dreams. When you're going to extremes, you taste adrenaline. Хотите выиграть 4К Smart TV? Слушайте ВКонтакте.
Наши силы готовы нанести удар по врагу, мой повелитель. Скоро мы изничтожим Альянс и... Как прикажете, повелитель. В основном 25-е. Десятки редких. Настя, прибавь мне, пожалуйста, этого MP5. Да, он до сих пор тут. Опа, этот лич. Или кто это? 45 минут сейчас пронесли. Сейчас, подожди, не бафайте. Сейчас вас это, свечница Навара. Кто? Вази. Ну, покажи, пожалуйста, этот босса. Босса показать? Что показать? Ну, просто картинку. Лич, это ли, король лич, да? Нет, это не король лич, ты что? Это Келтузат, Келтузет. Вот с него шмотка какой падает. Жея. Жа, топор. Вот. Красивая штука. Вот жезл. Ну и маунт вообще. Жезл верховного лича. Что-то какой-то тоже смотрел шмот. Вот за него падает вот зимний, там какие-то монеты зимние, да? А, эти монетки нужны для шмотки. Шмотки в 60-х шмоток каких-то там. Вот. Считал, что с какой-то там нормальная палка. То ли с этого, то ли с лича, по-моему, с короля лича. Так, все остальное дальше уже собирается. Ты про вот эту вот сейчас? Не, сейчас. Не помню, как называется, не скажу. Уменьши. Чего? Да, вечный холод. Нифига себе. А ну. Это в какую ты вкладку заходила, просто не совсем увидел. Один. Комплекты, набор, легендарный. Так, а кто будет жуков держать? Я поддержу. Прогариус поддержит? Ну, танк, да, поддержит. Я могу поддержать. Вообще, no problems. Их же тут меньше, я забыл, да. Ну, все тогда. Две штуки вылазят, и все. Комплекты кого? Давайте, давайте. Мы, короче, сейчас 45 минут управляемся. Все, го, поехали. А какие ты комплекты заходила? Смотри, тактику. Первая фаза. А то у нас были такие клоуны. У тебя есть спец, у кого угодно есть спец. Вон есть трэш. Он сам выходит. Не надо стоять вот так, вон там вот, АФКшить и вот всех вот этих вот агрить. Петов своих нужно поставить на... Пассив? Там, да, на пассивку. Народ, скелетов не бейте, я буду их одной просто стрелкой сбивать, и все, можете, чтобы не свечиться вам. Вы в больших свечитесь. Да-да, ДПС там набиваешь. Да какое, наоборот, я на них, кстати, мало ДПС даю. Стрелка очень сильно сбивает. Секунду. Они сами, да, в общем, агрятся. Да, это первая фаза, мы бьем просто трэш. Смотри, тут три типа мобов. Вот такие вот маленькие скелетики, когда они доходят до нашего круга, который светится,
заходят в него, они дамажат весь рейд. Ну, там, тысячи три, да? Есть еще вот эти поганища. Ну, поганища просто бить нужно. Они хоть куда встанут, ничего не шотнут нам. И вот банши есть. Ну, их приоритетнее всего. Ну, вот сначала скелеты, потом банши и вот эти поганища. Чудища. Чудища, поганища. А потом вот будет босс, нужно будет держать рейндж. Вот, допустим, у меня радар есть от ДБМа. Нужно будет держать рейндж от всех. Дело в том, что босс кидает крестик и еще что-то там. Взрыв маны есть такой каст, у тебя будет дебаф их показывать. И эта штука, в зависимости от твоего количества маны, будет дамажить всех вокруг. То есть, ну да, допустим, чем больше маны, тем больше дамаг будет. Да, да, поэтому обычно держит рейндж или отходит от рейда. И еще будет, вот допустим, в 25-ке берется в контроль. Контроль нужно как бы контролить. Тут жабку кинуть, стан кинуть, я не знаю, что ты можешь делать. Ну а вот это у демонолога, вот этот пэт, который сала кидает, блин, помогает бывает, не знаю, на таких боссах она и нет, наверное. Не знаю, еще есть такая штучка, это что ли крестик, да, черепок, вокруг тебя будет красная такая лужа появляться, и ты должен из нее выйти. Если ты из нее не выйдешь, она тебя просто шотнет. Там дается тебе 3 секунды, 4 секунды, чтобы выбежать. Но ты сразу ее увидишь. Так, отойдешь и все. А, и где-то раз за бой кидается стан. И кидается на, ну, на какую-то территорию, и все, кто стоял в этом рендже, допустим, рендж 5, круг, да, на всех кинулся стан, глыба, она начинает дамажить. Допустим, хилы все кучей стояли, все подохли, рейд вайфнулся. Или ты там встал между хилами, ты двух хилов взял и заморозил. А, вот на одного человека, говорят, кидается, а кто с ним в рендже стояли... Вот, тоже попали под эту штуку. Через них крипов всех нужно передолбить, да? Ну, не всех. Вот видишь, уже фаза сейчас будет. Вторая фаза. И трэш пропадает. Сейчас мы возьмем рендж, будем бить босса. Вся тактика галактики. Ну и будет трэш появляться, но он нам не нужен. Ты бьешь чисто босса бьешь. Вот, видишь, у миликов красная такая штучка, все выбежали. Понял. Вот. И чука сбивает обычно. Вот, все, уже. Видишь, выбежали. Вот, да. Между ними нет ренджа. Вот, видишь, на нем мана, взрыв маны. Возле него никого нет. Блин, он такой маленький, что не могу его в тарде взять. Кто это? Роланда? Да я. Ну, все так. Легко, просто, понятно. Приходи к нам на РТ. Да, я бы пришел. Ну, вот, на следующем КД. Я думаю, можно взять кого-то вместо таких более одетых. Потому что, ну, видишь, и шотного кого-то. Вот эти глыбы, они в рендже не стояли? Дамажили. Угу. А я еще получил эту ману штуку и в глыбу попал, и минус White Fury. То есть надо в рендже именно то, что... Визирия, да, Берни, это... Берни и White Fury. Вот этот беги. Роланда рендж держит. Какой максимальный? 277? Что максимальный? Вообще? Шмот. Шмот. Сейчас максимальный 226, а будет 284, 88 какой-то. Я максимальный только... 290 будет... Так ковырять его задолби. Легендарный вечный пуск. Когда жуки выйдут, Вера. Вот.
Сейчас, погоди. Звука. Смотри потом, что будет. Какие камни будут крутые. Так, блин, не показывает. Вот такие вот. Да-да-да. Вместо наших вот сейчас есть какие-то? Ой, я сейчас выйду с РНЖ. Чуть не лайкнуло. Вот трэш прибежал. Гера там, Берса. Килимся, живем. Танкнем. Привожу. Капец, таких боссов долбит в минут по 10, по вот, да, сильно. Ну, я рак после. Мы вчера в Око были, там немножко надо было добить. Ой, блядь. Попадаем. Ну, так обидно было. Вот тебе нужно обязательно тактику на Око посмотреть, а тут какие-то дурочки приходят, это вообще, это смешно. Это обидно, больно за потраченное время. Ну, а если сдох, бежать далеко, да? Нет. А, сюда, да. Ну, там будут. Ну, в общем, в любом случае ты не добежишь, если ты бежишь. Что ты добежишь? Обычно все лежат. Да не, просто по земле сейчас такая резница, и крипы резнулись, все. И ты не хочешь. Будет, когда мы только-только пойдем в толка, и там будет страшно следующий день резаться через 24 часа. А вы сейчас еще пойдете в какой-нибудь рейд, не? Вчера закрыли. Если склеп Аркавона вы находили, но и он сейчас не наш. Филоник, я не пойму. Косты не сбивайте. Вот, кстати, что упало. Здесь и правильная сила, так, надеюсь. Шлем. Этим, и там, ну, там, на войне. Че не надо мне? Кому-то что-то надо? Войт посох. А покоритель по-любому вару нужен нашему. Да? У вас. Да. Нет, нет, не уходите, я пылю шмот. Так, во-первых, еще никому ничего не надо. Все, что было тут. Короче, я пылю. Сейчас, 5 секунд. У меня тут один мой кристаллик был, так что. Так, один. Ну, клади все в ГБ, кому понадобится, попросит, да. Девять, да?